Вставка трех проекций в Рино. Запускаем Рино. Мне мешает сетка, поэтому я ее выключаю, но вы можете этого не делать. Щелкая правой кнопкой по названию окна, выбираем команду Background Bitmap Place. В появившемся окне выбираем соответствующий файл. Обращаем внимание на его ширину, в данном случае 5879 пикселей. Переносим запятую на два знака влево и получившееся число 58,79 используем при вставке имиджа. Нет смысла использовать целое число 5879, так как качество не увеличивается, а размер конечного файла возрастает. Нажимаем кнопку Open и в командной строке вводим цифру 0 в качестве первого угла. В качестве второго угла вводим цифру 58,79. Ту же операцию проделываем с двумя оставшимися окнами. На видах сбоку и сверху размер длины одинаков – 58,79, а на теоретическом этот размер равен 1324 или 13,24. Выравнивание чертежей относительно осей координат. Теперь нужно правильно расположить проекции относительно нулевой координаты. Для этого нужно выбрать одну общую точку на всех трех проекциях и эту точку установить в нулевую координату. Я для этого использую носовой перпендикуляр. Щелкая правой кнопкой по названию окна, выбираем команду Background Bitmap Move. Курсором указываем точку на чертеже, которую нужно переместить в нулевую координату. После этого с клавиатуры вводим 0. Имидж перемещается в указанную точку.